Построение на школьном стадионе не на торжественную линейку, на парад. В гимназии номер 2 его проводят в 8-й раз за историю храма знаний, но впервые он имеет такой размах. Больше 800 детей разных классов принимают участие. Дети очень волнуются, это большая для них ответственность. У нас вообще в школе патриотическое воспитание, наверное, на первом месте стоит. И самое важное, что мы понимаем, что это надо детям, и мы видим, что это нравится детям, и насколько это важно для них. Тельняшка и черный берет. 5-й Б сегодня отряд морских пехотинцев. На параде и более старшие классы, а также девчонки и мальчишки, которые форму надели свою собственную. Это кадеты МЧС. Близок современным школьникам и образ бравого десантника. Такие мероприятия, они напоминают нам всем, что жизнь не бесконечна, что мы должны помнить тех людей, которые сложили за нас голову в бою, потому что такая война, ее необходимо помнить. Те жертвы, которые принесли те солдаты, они не их нельзя забывать. Служил в пехоте, брал Берлин, погиб в бою, пропал без вести. В строю и фронтовики. Их портреты на штендерах по стадиону гимназии номер 2 пронесли в рамках шествия победного бессмертного полка.